у Митча Ричмонда и Криса Малина, поэтому даже теоретически они на площадку выйти не могут. Хотя, если бы это произошло, а, представляете, когда Белли Мид, штат Нью-Джерси, 46 на 13. Да, ну, справедливости ради нужно сказать о том, что команда St. John's Red Storm сыграл, прошелся по лицевой линии, как у себя по заднему двору. Ну, посмотрите, итальянец какой хитер, а? Федерико Музонный турнир студенческих команд первого дивизиона NCAA. Называется Maui Invitational. Команда демонстрирует высокий процент попадания с игры во всех матчах. 48,5. Для команды Vanderbilt Commodores это пятый визит на Мауи. Пятое участие в турнире Maui Invitational. И, кстати, от площадки Кристиан Джонс. Номер 2, 35-й номер Янкуба Сима. Четвертый номер Фредерико Муссини. Очень интернациональный. Ика. Французский нападающий. Финальным паром, соответственно, Сейн Джонс против Вандербилта. Это первый четвертьфинал. Далее Уэйд Болдвин. Под пятым номером играет Мэтью Фишер Дэвис в нападении, которую демонстрируют баскетболисты Вандербилта. Здесь такая вот трешка на удачу. Мяч. Syracuse shot 33s and just 21 twos against Colgate Tuesday for the season. 46% of the team's shots are three-pointers. Messina, no. He'll take a jumper. And hits! And he's got some range, too. Off. Johns on a 10-2 run. Messina again. And he buries it! Oh, my goodness. Messina again, long jumper. Oh, my goodness! 45-35. Messina again. Back reads, and a nice find. A little peek over the shoulder by Cody. Messina, a three, and hits. That's his fourth of the game. Three in the... Jones turns. Messina... A three. Bam! How about that? Truly over minimum. Мучаются в позиционном нападении баскетболисты Red Storm. Вот. Еще один очень хороший снайпер. Открытый бросок. Встречались в своей истории 6 раз. Это 7-я игра. У St. John's Red Storm 5 побед и всего лишь одна у Вандербилта. Но... Back to 19-12. You're looking at me like I've worked the game. And a jump shot, pure. Back to change the shot. And he has that one blocked. Ooh, what a presence. The big fella. Sima. Oh, sailing out. St. John's nice look. Sima front court. Messina on the money. Nice read looking up. Lob back door. Nice deflected. Job. Light. В минус 5, потому что не было бы у него шансов против таких снайперов, против таких шутеров, как Митч Ричмонд и Крис Малин. Немного поддавливать, поддушивать своего соперника, но уверенно здесь контроль мяча ведется. И посмотрите, опять же, 10 секунд на эту атаку остается у команды Вандербилт. Ну вот такая вот незатейливая тоже. Кори. Nice mark. And Coleman lays it in with the left. Now they just run a really smooth eight. You expect Syracuse to make a run. Soon. Cooney blocked and fouled. He'll go to the line. Underneath, they got alive and couldn't. Well, why are you in such a hurry? Cooney, and he's fouled by Messina. Между собойчики.
успел отбросить мячик партнеру Джастис. Ну, посмотри, за места с 5 по 8 до площадки. Хорошо подобраны ноги. То есть атаковать быстро, в позиционном нападении, как не играл в мартовском безумии в прошлом году. Он был приглашен в NIT, National Invitational Tournament. Ох ты, что попытался капнуть неточный бросок из-за трехочковой линии. Вандербилл переходит в быструю атаку. Карнет может пробить трешку. Вот так вот лучше. И последний игрок стартовой пятерки у команды St. John's Red Storm — это 5 номер Дюран Джонсон. Из Малинды. St. John's Red Storm. Ну, пожалуйста, ответ. Кэмерон Кэмпс. Deflected. Lighten saved it from going out of bounds to Richardson. Boy, face that ball. Great recovery. And he's open. Lighten straight away. And what do you think of the Syracuse? Nice help. Vinajay picking it up. Massini almost. I think by and large. Richardson, stop and start to the basket, up and in. I take Richardson. Cooney for three. Okay, lead pass, Roberson. Extra pass. What do they do? Cooney. Big guy. He does have a good left. Richardson. Off the mark, and Messina pulls it down.